Друзья и враги, всем привет! Во-первых, Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они, разумеется, в описании данного видеоролика, и сегодня я посмотрю Vertage, и в следующем видеоролике я, наверное, тоже посмотрю Vertage, хотя ролики с Vertage, они по какой-то очень странной, надуманной причине собирают мало просмотров. Я не знаю почему, потому что Vertage, вроде как, он должен быть, ну, таким, знаете, то есть большим ютубером, который собирает много просмотров, но по итогу много просмотров собирают почему-то Феллини. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Ну и много еще всего делайте. Мы приступаем. Видеоролик моего дорогого друга Вертейча называется «Читер в такси номер 3». До этого я не смотрел, разумеется, все эти видеоролики, не знаю вообще о чем там, для чего там, для кого там. Поэтому давайте сейчас посмотрим. Вот я немного начал на стриме смотреть, приходите на стримы, колокольчик, лайк, подписка. Ага, ну вот как и обычно, да. Где же видео-то, Вертейч? Привет, давно не видели. Привет. Сегодня ну, я да, подготовил давненько. Одну из ваших любимых рубрик. Читер... Серьезно? Мою любимую рубрику? Ох. В такси. Кто не знает, расскажу. С помощью Давай. Своей админки я работаю в такси и творю с клиентами всякую дичь. Зачем? То есть ты же просто можешь их телепортировать там тогда. Получаю ну, в ответ офигенные реакции по типу этой. Джиты? Да. А что? Да ты бессмертный. Бля, больше такого не делай. Ебало закрой, читер, инвалид. Про инвалидов вообще так зря на самом деле. Ставьте лайк. И всем приятного просмотра. Спасибо перед большое. Началом 20 секунд. Ага, Алису. Если ты хочешь по дешману создать свой... А, нет, BigHost, BigHost. ...то тебе на bighost.org. Тебе ну, не отлично. Придется ни о чем запариваться. Создам сервак свой, все будет отлично. IP в описании. Все это автоматизировано. Отлично вообще. Автоустановка модов на сервер. Защита от DOS-атак. Ты можешь Серьезно? Даже создать свой лаунчер. Офигеть. Если интересно, переходи по ссылке. А теперь Спасибо. Начнем. Хули... колеса прыгаешь. Ну, тоже ВГД, ЕЙО, ЖЗ. ГУНА АБ! Окей, едем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прикольно, восемь, он его троллит. Девять. Где понял, надо доехать до места, он врезается. Ты чё, смеешься? Чай 10к! Давай 50к и доставлю за 3 секунды. Реальных. Ну, гоу! Давай, я готов. Я тоже. А ты к чему готов? Деньги давай за 3 сек. Ок, считай. Раз, два, три. Ха-ха! Угар, да? 50к гони. О, оплатил. Охеренно, спасибо Молодец. Большое. А ну дайте проехать. Здорово. Брат, тебя подвести? Ходит самым большим болтом в штате. На жопе тату Титан Вип. Давай Нормально. Еще одну татуху набьем. На жопе. Садись ко мне. Воу. Сэр, у вас правда на жопе тату? ЖК Ультра. Окей, выезжаем. Да, правда. Стой. Назад. Окей, едем назад. Назад едем. Сзади. Я ща убью одного гадона. Окей. Петух тут был. А, вот этот вот. Ну давай, без проблем. Сегодня ты отправляешься на сковородку. Желание клиента закон. Нех тачку воровать. Инвалид. Понял? Вы Опять случайно вот. Ничего не заметили? У Опять. Этого парня в статусе персонажа было написано, что у него есть мечта. Встретить Вертейча. Повстречать-то он повстречал. Но так получилось, что Вертейч к нему привез киллера. И моего подписчика. Подписчика загасили прям при мне. Это я осуждаю. Спасибо тебе. Не за что, нахуй. Зато отдельное упоминание. Домой пешком пойдешь. Это что? Это чел дно. На нем ты проведешь свое оставшееся время. Здорово! Такси заказывал? Сэр! Он мне 5000 дал. Блять, да мне жалко как-то. Ехали! Давайте предложим ему быструю доставку. Доедем за 3 сек, если дашь 45к. Ты рофлишь, да? Нет, едь адекватно. Окей! Забавно. И рот адекватность. Самоадекватность, блять. Приветики. Элвин. Садись. Куда? Бурундук. Он пошел, вероятно, ставить точку. И куда ж тебе нужно? Автобазар. Слушай, может, давай на Вайнвуде посидим, почилим? Это чилят. Еху нахуй! Уже Вертейч не знает, что это чилят, серьезно. Кем? Если что, тут никто не пострадал. Уяк, вижу клиента. Братик, давай, садись, клиент. Подвезу. Куда тебя? АБ. Окей, едем. АБ, ВГДЕ. Отличный заказ. Отличный заказ как раз для меня. Ну шо, ты готов к приключениям? Ебать!
Можно было сейчас ТП нажать. Ну, а дальше Я встретился. Можно было, типа, пока он летит, нажать на это, и типа, прилетели на АБ. Твоего же подписчика. Привет, Михаил! Таксопарк? Круг. Анфиеру. Хорошо, брат, едем. Он не десяточку подбросил. Это чай. Хотя нет, постойте. Это были не чаевые, а оплаты. Это был кофе? Билета на аттракцион. Поэтому. Ладно, давай с тобой тоже полетаем. Пристегните ремни безопасности. Читак, ясно. Читак, ясно. О, бля. Прыг, 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 прыг. Пиздец, жалко чел, он 10к нет, дал. Сладенькая. Надеюсь, он его потом ты пахнет. Работаем. Здрасте. Ты меня убил. Морально? Ах, умираю. На тебе 50 тысяч. Ой, ожил. Садись. Куда тебя? Балдеж. Спасибо. Я к дядям не сажусь. Незнаком. Жиза, вот у меня то же самое, кстати. Поехали ты. Хватит пургу нести. Меня так раз посадили. Теперь боюсь. Ну давай, давай, цапни меня. Оу, продавец арбуз. Ух ты, сука. Вот еще раз и будешь сос... Извини, убери ковш. Ебало закрой, читер, инвалид. Напишите в комментариях свое мнение по поводу... А что это за ковши вообще? Че, для чего они нужны? Ковшей. Мне кажется, что их вообще стоит удалить. Такси. 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 Дош, подкинешь? Гоу, за 5 сек. Бля, зря он согласился, пиздец. Ну что, считай. Раз, два, три, четыре. А не, он реально даёт? Приехали. Вот так вот. Читок. И что? Жди. Пиздец, он его довез, самое главное, быстро. Еще читак жди, охуеть. Году ЦР. Окей, гоу. Хуяк. Мы приехали. Ну и чё? Гой еще куда-нибудь. А? На авторынок маленький класс. Ну, ты у меня основной клиент, значит, я тебя привезу первее. Бля, он прям наизусть помнит. Я вообще, бля, если так подумать, я бы вообще не вспомнил, где он. Пропаговать на авторынок маленький класс. От души. А где тачки покупать? К любой подходи, выбирай, садись и оплачивай. Новенький какой-то. Накинешь 100к? Мне не хватает. Пожалуйста, 233 тысячи хватит, думаю. Он мне дал скин пиздатый. От души ты лучший. Ой, 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 пошел нахуй. Да это не про меня. Че ты за мной едешь? Стой, там полиция, ты чего? Да, серьезно, чего я? Они за мной, сэр. Стой! Ладно, хорошо, стою. Сэр? Просто проверка. Врешь. Бля, Хованского так и посадили. Выйдите из авто. Ты пэха! Иди отсюда. Я с тобой не хочу даже разговаривать. Ты сегодня плохо кушал. Стой! Не! Уходи. Просто проверка. Врешь? У меня звезда. Выйдите из авто. Ща, конечно. Подождите, выйду. Стой! Стой! Автошкола? Окей, едем. А то жду, жду. Ладно, ты, видимо, уже очень давно ждешь. Ну, так и есть. Быть. Вот твоя автошкола. Спасибо. Ха! Прибыли! Хорош! Ха! Смотри, там слюной не подавись. И под конец, как обычно, не подавлюсь, в главных ролях Данил Дилер и мой кулак. Данила КПРФ, друзья. Треки новые скоро будут. Все будет. О, Роже. Ты че, охуел? Понял? Я тебя на кулак насадил только что. Ха-ха, звезда! Ага-ха, ты сдох! Жди же бы! Иди ты нахуй! Стрелок ворошиловский. Спасибо за просмотр данного видео. Пожалуйста, Вертеич. Обещаю, больше пропадать так сильно не хорошо, буду. Спасибо большое, братишка. Только это мне греет душу. Отлично, активность будет, все будет. И всем пока. Вот у меня также сейчас вылезет вот эти плашки. Arizona Roleplay Phoenix, IPO описание, а также мой промокод, также мой никнейм и все остальные. Остальные вещи тоже там. Флажки сейчас вылезут. Смотрите предыдущий ролик.